центр искусственного интеллекта и квантовых технологий – это абсолютно сумасшедший проект. Его можно сразу писать на английском языке, его сразу можно переводить на китайский, потому что это то, что делает прорыв в системе подготовки специалистов для Челябинской области. Мы сумели за последние несколько лет доказать сами себе в первую очередь, что мы можем достигать успеха. И я думаю, что мы получим поддержку правительства области в том, чтобы центр искусственного интеллекта находился на территории обновленного кампуса. И это не вопрос как таковой архитектуры, но в том числе я могу заметить, что программа развития нашего университета создает, с одной стороны, дополнительный платежеспособный спрос. Если мы платим людям более высокие зарплаты за то, что они делятся знаниями с нашей молодежью, то, соответственно, эти деньги в том числе будут оставаться здесь у нас. Но когда мы приглашаем к себе специалистов из других городов, а иногда даже стран, мы должны им показать, что место, где они будут находиться, лучше, чем то, где они работают сегодня. Понятно, что сам по себе центр, сам по себе новый кампус – это только первый шаг для того, чтобы показать всем остальным участникам жизни, развития в Челябинской области, как можно, сохраняя традиции, сберегая все, что мы наработали годами, развиваться. Поэтому центр искусственного интеллекта – это такой флагманский крейсер, который ведет нас в будущее. Да? Вокруг него создается, соответственно, новая атмосфера, новая среда, новое качество жизни.